Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня разбор вот этой вот, смотрите, девчонки, какая коса. Это что-то невероятное, такая вот объемная, красивая коса, которая нам нужна будет для джемпера. Я начинаю его вязать и отдельно выкладываю разбор этой косы. Я вязала образец. Вот джемпер будет с азиатским ростком сверху вниз, бесшовный, как мы последнее время облюбовали эти все способы, бесшовные, и далее будем их практиковать и изучать. Вот сегодня попетельно это коса. Значит, для начала у меня схема, вот она, 150 раз перерисовывала, наконец-то нарисовала. Вот так как свитер мы будем вязать в круговую, поэтому у меня прописаны здесь ряды в круговую, девчонки. Вот. И озвучивать я буду только как бы лицевые ряды. Оно все повторяется здесь. Вот. И я озвучиваю тот ряд, где изменения. То есть, я думаю, понятно. Первый ряд, это значит 6 рядов, вот мы вяжем так по кругу. Девчонки, кто будет использовать, может быть, это видео потом для чего-то другого с поворотными рядами, то там просто нечетные ряды вяжите изнаночные просто по узору, где лицевая, лицевой, где изнаночная, изнаночная. Я же сейчас основываемся на круговые ряды. Итак, с 1 по 6 ряд у нас коса из 30 петель, вспомогательная спица у меня еще здесь, и первый 6 ряд 4 лицевые, 1 2 3 4, 2 изнаночные, как-то я никак в картинку не войду. Так, 2 изнаночные, 8 лицевых, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 изнаночные и 14 лицевых, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, и еще 5 рядов точно так же. То есть 6 рядов, это я говорю о круговом вязании, 6 рядов при поворотных рядах, при этом изнаночный ряд по узору. Так, 7 ряд. Там, где мы делаем переброс, значит, оставляем на вспомогательную спицу 10 петель. 1 2 3, музыка играет, 3 4 5 6 7 8 9 10, оставляем эту спицу перед работой и вяжем следующие 10 петель. 4 лицевые, 2 3 4, 2 изнаночные, 1 2 4 лицевые, 1 2 3 4, далее спицы со петли со вспомогательной спицы, 4 лицевые, 1 2 3 4, 2 изнаночные, 1 2 4 лицевые, 1 2 3 4, и теперь основные петли, 10 лицевых петель, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Так, я провязала 8 ряд изнаночный, потому что у меня поворотные ряды, но у вас сейчас подразумевается 8 ряд, потому что от 8 до 12 ряда мы вяжем таким вот образом.
то есть круговые ряды. Значит, 4 лицевые. Раз, два, три, четыре. 2 изнаночные. Раз, два, четыре. 8 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 2 изнаночные. Раз, два. И 14 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. И это у нас 8, 9, 10, 11 и 12 ряды. Так, 13. Ой, 13, 14, 15, 16, 17, 18 мы сейчас вяжем таким вот образом. Меняем теперь нашу изнаночную полосу. Итак, первым делом у нас 14 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14. 2 изнаночные, 8 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 2 изнаночные, 4 лицевые. Раз, два, три, четыре. И таким образом 6 рядов, еще 5. Так, 19 ряд. Десять лицевых, далее 10 следующих петель снимаем на вспомогательную спицу. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оставляем за работой. Вяжем следующие 10 петель из основной спицы. 4 лицевые. Раз, два, три, четыре. 2 изнаночные. 4 лицевые. Раз, два, три, четыре. Оставляем. И вяжем петли со вспомогательной спицы. По узору то же самое. 4 лицевые. Раз, два, три, четыре. 2 изнаночные, 2, 4 лицевые. Раз, два, три, четыре. И теперь и все. Все, да. Это у нас 19 ряд. Так, и теперь 20, 21, 22, 23 и 24 вяжем таким вот образом. 14 лицевых. 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 изнаночные. Раз, два, 8 лицевых. 4, 5, 6, 7, 8. 2 изнаночные и 4 лицевые. И все. 24 ряда раппорт узора. Вот далее продолжаем вязать с первого ряда. Вот смотрите, какая прелесть. Это же прелесть, это же красота, согласитесь. Смотрите, это вообще что-то нереальное, эта коса. Все, девчонки, на сегодня все. Очень скоро свяжу. Быстро он вяжется, приятно вяжется. Поэтому очень скоро, я думаю, после Нового года сразу, потому что до Нового года у меня видео есть, как бы запланированные. Вот, а сразу после Нового года, между Новым годом и Рождеством, будет вот этот вот джемпер. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.